Хедик Цаполов в красном трико. Ну вот мастер спорта международного класса, чемпион мира, еще вторым был. Непонятно, конечно, но у нас не футбол, поэтому в неолимпийских категориях не присваивают, надо дважды выигрывать. Хедик Цаболов, чемпион мира 2014 года в Ташкенте, 6 лет прошло, кажется, что недавно. В 2017 году в Париже был серебряным призером. Выступает за Владикавказ, Академия имени Подарцева, тренеры и ЦСКА Анатолий Маргиев, Рубен Татуля, Тимур Цаболов. Его соперник из Дагестана, параллельный зачет Москва, Джамалов Разабек. Мастер спорта международного класса, школа имени Сайтиева в Хасавюрте. Тренер Муса Сайдулматалов Адам Сайтиев. Чемпион мира среди молодежи до 23 лет прошлого года. Спортсмену 22 года.
Разарбек Жамалов. Дагестан.